Черные и белые антонимы. И знаменитая этикетка бутылки виски, шотландский черный терьер и West Highland White Terrier. На самом деле обе породы имеют общую страну происхождения. Это Шотландия. И, возможно, поэтому белый терьер как по своему строению, так и по характеру очень близок к черному скотч-терьеру. Белый терьер происходит из Уэльса и менее известен в западном Хайленде. Впрочем, стоит только посмотреть, и сразу станет ясно, что оба сеньора имеют много общего. Поэтому мы и представляем их вместе. Скотч-терьер и Силихэм-терьер. Мы уже сказали, что обе породы имеют большое сходство. Различно только их происхождение. Впрочем, судьба у них тоже разная. Скотч-терьер – собака, известная во всем мире. Она не раз появлялась в обществе знаменитостей. Фала, собачка президента Рузвельта, была одной из самых часто фотографируемых собак в мире, но скотч-терьеры были вхожи не только в Белый дом. Собаки этой породы были и у Эйзенхауэра, и Рональда Рейгана, а сегодня знаменитостью является пес Барни, собака нынешнего президента Джорджа Буша. Сейчас мы видим его в официальной обстановке. А теперь играющим с приятелем Скоттом, еще одним четвероногим помощником президента. Список знаменитостей, которые любили скотч-терьеров, не ограничивается американскими президентами. Собаки этой породы были и у королевы Виктории, и у многих знаменитостей из актерского мира. Перечень еще далеко не исчерпан, потому что скотч-терьер, для друзей просто Скотти, всегда был собакой VIP-персон. Напротив, силихим-терьер никогда не был в моде среди великосветской публики. Вот уж поистине бедняга. А ведь он, пожалуй, самый симпатичный, ласковый среди всего обширного семейства терьеров. Терьер всегда считался символом упорного охотника, агрессивного и цепкого, чья отвага граничила с безрассудством. Сегодня терьер – это прежде всего собака-компаньон и выставочная собака. Впрочем, для многих пород охота на норных зверей осталась в прошлом. Однако прошлое не забывается. И хотя многие терьеры сегодня даже не знают, как выглядит дикий зверь, тем не менее, все они сохраняют свой упрямый характер, а главное – проворство и ловкость предков. Превратить терьера в салонную собачку означает лишить его свойств, заложенных самой природой, оскорбить самую суть собаки. Действительно, какими бы короткими ни были ее лапки, она полна энергии, даже готова поделиться ею без ущерба для себя. По темпераменту же ей могут позавидовать любые длинноногие собаки. Поэтому стоит нам только выпустить ее на лужок, как она уже мчится со скоростью 200 км в час. Макс, не привыкший бегать по траве, скачет прыжками, как антилопа. Этот щенок такой сильный, что просто невозможно держать его на привязи. Впрочем, все щенки рады побегать на свежем воздухе, потому что, несмотря на красивый выставочный шерстяной наряд, в глубине души они остаются собаками сельскими и деревенскими. Мы говорили о шерстяном покрове, характерном для этого типа собак и являющемся одной из наиболее привлекательных сторон, будь то скотти или силихим. Пряди над глазами, борода и длинный подвес придают им вид и смешной, и ворчливый, что делает их совершенно неотразимыми. Столь изысканная внешность – дело рук не природы, а человека. Однако о невыполнимой миссии речи нет. Хотя многие думают именно так, вполне достаточно ежедневного расчесывания. Давайте сразу устраним все возможные неясности. Как всех собак с жесткой шерстью, скотти и силихемов выщипывают. Это означает удаление мертвой шерсти, чтобы она не препятствовала росту новой. В природе собакам подобная операция не требуется, потому что мертвая шерсть остается на ветках деревьев и кустарников. Собака сама себя выщипывает. Для наших городских собак триминг необходим, иначе наша собака сама будет напоминать кустарник, как вот этот скотти, которого привели постричься. Для выщипывания необходимо иметь ряд приспособлений и приучить к ним собаку. Основным инструментом является нож для выщипывания, называемый также триминговочным. На самом деле это не совсем нож, ибо он не срезает шерсть, а всего лишь захватывает ее зубьями и позволяет легко удалить. Ту же самую процедуру выщипывания можно провести руками. Многие так и делают, желая уменьшить шерстяной покров или же сделать его менее плотным.
Так как речь идет об уже отмерших волосах, собака не испытывает никакой боли. Она спокойно стоит, расслабившись, не считая того, что ей все время хочется расцеловать телекамеру. Чтобы не утомить собаку, важно хорошо натягивать кожу. И Скотти, и Силихемов надо расчесывать пуходеркой с частыми зубьями, а потом пройтись по всей шерсти расческой очень аккуратно, чтобы не осталось ни одного спутанного волоска. Затем следует начинать выщипывать верхнюю часть шеи, постепенно переходя к боковым поверхностям, чтобы получше выделить лопатки. Затем надо выщипывать спинные участки, бока и все те поверхности, которые указаны на схеме. Хвост тоже выщипывают, более длинную шерсть оставляют на кончике хвоста. Нижнюю часть также обрабатывают ножницами. Тримминг скотч-терьера предполагает также стрижку шерсти на отдельных частях тела, как это видно на схеме. Стричь можно с помощью машинки для стрижки, как ручной, так и электрической. Последней пользоваться легче, и она больше подходит для начинающих. Стригут нижнюю часть шеи, щеки и подстригают уши как с наружной стороны, так и с внутренней стороны ушной раковины. Макушку можно выстригать или выщипывать. Выбор зависит от того, идет ли речь о выставочной собаке или же нет, так как оптимальный результат при выщипывании достигается только через месяц и более. Собака, стриженная машинкой, смотрится ухоженной уже сразу после процедуры. Для этого берутся парикмахерские ножницы и подрезается шерсть по краю уха, чтобы придать уху линию наиболее приятную и четко выраженную. При помощи того же инструмента приводятся в порядок брови. Здесь необходим точный глазомер, чтобы не отрезать лишнего. В то время как у Силихема брови едины, у Скотти их разбирают на две прядки, отстоящие друг от друга на пару сантиметров. Теперь в ход идут филировочные ножницы. Они существуют в двух вариантах: с одной зубчатой поверхностью и с двумя зубчатыми поверхностями. Эти инструменты служат для, собственно, тримминга, то есть для окончательной обработки, целью которой является привести в гармонию части, стриженные с частями выщипанными. Филировочные ножницы используются для щек и пучков волос у основания ушей, типичных для скотч-терьеров. Волосы эти должны быть не слишком длинные, но и не слишком короткие. С помощью простых парикмахерских ножниц удаляем шерсть между подушечками стопы, иначе она будет собирать грязь, а также может сваляться в комки, затрудняющие движение собаки. Завершающая часть процедуры – стрижка ногтей, если таковая необходима. Последний штрих – проводим расческой по бровям и бороде, которая у Скотти должна быть загнута вперед. И вот наш Скотти в полном порядке. Решительно, он несколько изменился по сравнению с той собачкой, которую мы видели перед триммингом. В качестве последнего штриха можно нанести немного блестящего лосьона, но это делается главным образом перед выходом на ринг. Все эти процедуры кажутся сложными только новичкам, а в целом они занимают не более 3 часов. Их можно проводить и в течение нескольких дней. Тримминг проводят 2 раза в год во время смены шерсти. Разумеется, причесывать и стричь выставочных собак довольно сложно, но постричь собаку-компаньонку особого труда не составит. Прежде чем перейти к триммингу Силихема, давайте немного вспомним историю обеих пород. Скотч-терьер относится к одной из наиболее древних разновидностей терьеров. Он происходит непосредственно от первых грубошерстных шотландских терьеров. Родина его, по всей видимости, является Пертшир, область в Центральной Шотландии. И именно в Пертшире в 1881 году впервые официально сформировалось поголовье собак этой породы. В 20-30-е годы скотч-терьер находился на пике славы. В английском кеннел-клубе было зарегистрировано 26 тысяч представителей этой породы. Затем фортуна перестала ему улыбаться, собака вышла из моды. Но все же на сегодняшний день эту собаку разводят и любят во всех уголках мира.
Сирихем Терьер родился в 19 столетии. Его родина – Южный Уэльс. Отцом породы стал капитан Джон Такер Эдвардс, пожелавший создать жесткошерстного терьера, который бы не боялся ни погоды и имел бы белый окрас, чтобы собаки-ищейки издали могли бы отличать его от дичи. Чтобы получить желаемый результат, он использовал в первую очередь чеширского терьера, сегодня уже не существующего. Этот терьер обладал совершенно белой шерстью. Чтобы получить короткие лапы, которые могли бы помочь собаке проникнуть в нору, он использовал породу Welsh Corgi Pembroke. Были также сделаны попытки скрестить терьера с грубошерстным фоксом, с Данди Динмут терьером и с West Highland White терьером. Однако ни одна из этих попыток его не удовлетворила, и он вновь вернулся к исходному типу. Но прошло немало времени, прежде чем порода обрела тот облик, который мы видим сейчас. Когда порода стала распространяться как выставочная собака, она встретила отпор со стороны пуристов, поклонников терьеров. Тогда сторонники этой собаки организовали свой собственный клуб любителей-заводчиков сирихем-терьеров и установили стандарт, предусматривавший более легких собак, нежели те, которые разводят сегодня. Послевоенный период стал поистине периодом взлета породы. Большая работа была проведена под руководством Джослина Лукаса. Сирихем-терьеров даже стали называть терьерами Лукаса. Но в 1950 году английский кеннел-клуб потребовал унификации параметров породы и раз и навсегда определил ее стандарты. Затронув вопрос стандарта, поговорим прежде о стандарте скотч-терьера. Это массивная собака, ее размер приспособлен для работы в норе, под землей, у нее короткие лапы и подвижная манера поведения. Голова длинная, однако пропорциональная по отношению к корпусу собаки. Длина морды равна длине черепа. Переход от лба к морде отчетливый, на одной линии с глазами. Череп должен быть почти плоским. Морда крепкая, объемная по всем трем параметрам. Глаза миндалевидной формы, имеют темно-коричневый цвет, посажены достаточно широко. Уши аккуратные, тонкие, остроконечные и прямостоящие. Посажены высоко на голове, но не слишком близко. Мочка носа хорошо развита. Пасть совершенная, прикус ножницеобразный. Шея мускулистой, умеренной длины и переходит в длинные покатые плечи. Грудина несколько выступает вперед за линию предплечий. Предплечья костистые, пясти отвесные. Грудная клетка достаточно широкая и явно опущена ниже локтей. Локти хорошо прилегают к груди. Спина пропорционально короткая и очень мускулистая. Линия спины прямая и ровная. Задняя часть необыкновенно мощная для размеров собаки, с большими широкими ягодицами и выраженными углами коленных суставов. Лапы довольно крупные, пальцы сводистые, плотно прилегающие, с развитыми подушечками. Хвост умеренной длины, несется вертикально или с небольшим наклоном. Толстое основание, хвост утончается к концу. Шерсть плотно прилегающая, состоит из двух компонентов: густой и грубой покровной шерсти и короткого густого и мягкого подшерстка. Окрас, кроме классического черного, допускается еще пшеничный и бриндл всевозможных оттенков. Идеальная высота в холке от 25,4 до 28 сантиметров. Идеальный вес от 8,6 до 10,4 килограммов. Триминг Сирихем отличается от триминга Скотти. Прежде всего, это относится к голове. У этой породы брови сохраняют единым массивом, они делят на две части. Машинкой стригут макушку, затылок и щеки до основания ушей. Борода Сирихема меньше загнута вперед, чем у Скотти. В остальном Сирихема триммингуют так же, как и Скотти.
А так как речь идет о собаке белого цвета, то понадобится или мел, или крахмал, чтобы очистить быстро испачкавшийся участок шерсти. Затем надо будет как следует расчесать шерсть, чтобы она была гладкой, и чтобы удалить остатки присыпки. И вот наш Силихем готов выйти на ринг. Бесспорно, обе породы красивы, необычайно привлекательны. Но каков их характер? Мы знаем, что уже давно эти собаки приспособились исполнять роль компаньонок, а потому они потихоньку избавились от характерных свойств, присущих охотничьим терьерам. Они могут просидеть в доме много часов, не подавая голоса и никого не утомляя. Они вполне дружелюбно относятся к другим собакам и могут с ними ужиться. Однако не советую им помещать терьера вместе с другой собакой того же пола, что и терьер. Однако самое привлекательное в терьерах, как и в скотче, так и в Силихеме, это их умение жить в городской квартире. Эти собаки с неповторимым изяществом пробираются сквозь толпу и столь же грациозно ведут себя в баре, словно знатные клиенты модного заведения, поэтому они могут находиться и проживать практически повсюду, не поднимая ни шума, ни переполоха. Вместе с тем они сохранили лучшие черты, присущие характеру терьеров, такие как чувство юмора и желание играть. Пройдя путь от норного охотника до домашнего любимца, терьер нисколько не расслабился. Это умнейшие собаки. И недаром многие клубы любителей этой породы сделали своими эмблемами картинки, подобные той, что вы сейчас видите. И помните, что изображение на рисунке недалеко от действительности. Еще одна сторона характера терьеров. Терьер упрям. И если он чего-то хочет, он свое получит. Когда его желания не совпадают с нашими, возникает проблема. Например, как знать, понимает ли этот щенок разницу между костью, предназначенной для сгрызания, и рукой хозяйки? Но как не восхищаться другим щенком, который решил последовать за своей мамой, рискуя свалиться на самое дно бездны? Упрямство терьера равно его храбрости. И пусть мама пытается его удержать, он так решил, и он это сделает. Сейчас мы возьмем в кадр несколько цветочков, чтобы избавить вас от захватывающей дух картины великого прыжка. Опс, наверное, мы вернулись слишком быстро. Однако, так или иначе, но результат достигнут. Миссия выполнена. В целом, Скотти и Силихем чуть-чуть отличаются друг от друга по характеру. Скотти обычно более сдержан, задумчив, в то время как Силихем жаждет стяжать лавры клоуна среди терьеров. Он открыт для общения с незнакомцами, хотя дома он превосходно исполняет роль сторожевой собаки. Но главным образом он любит ласки и всегда расположен к играм, даже не слишком пристойным. Впрочем, эти рассуждения относятся к породе в целом, потому что чаще всего собака являет собой яркую индивидуальность, и все теоретические выкладки рушатся. Еще одно отличие, на этот раз не имеющее отношения к характеру, заключается в длине лап. Хотя у обоих терьеров лапки коротенькие, те несколько лишних сантиметров, которые имеет Силихем, дают превосходные результаты. Он в состоянии перепрыгнуть через препятствие, в то время как Скотти вынужден это препятствие обходить. Когда приходится спускаться по длинной лестнице, для Силихема проблем нет, а Скотти этого делать не любит. Стоя в жаркий день перед фонтанчиком, очень хочется пить. Силихем пытается встать на лапки и попить, и у него получается, в отличие от Скотти. Однако, простите, зачем существуют бары? Перейдем к строению Силихем-терьера, который, согласно стандарту, должен выглядеть длинной собакой, ни в коем случае не иметь квадратного туловища, обладать маленькими габаритами, но плотным сложением. Голова имеет слегка выпуклый череп, широкий между ушами. Морда с крепкими челюстями, квадратными, длинными и хорошо смыкающимися. Мочка носа черная. Глаза темные, круглые, средней величины.
Уши среднего размера, немного закругленные на концах и прилегают к вискам. Зубы ровные и крепкие. Прикус ножницеобразный. Шея довольно длинная, толстая, мускулистая. Туловище средней длины. Линия спины прямая и гибкая, грудь широкая и глубокая, низко опущенная между передними конечностями. Конечности короткие, сильные и прямые. Локти плотно прижаты к корпусу. Задние конечности очень мощные в сравнении с размером собаки. Бедра длинные, мускулистые, колени низко опущены. Подколенные суставы сильные, углы достаточно выражены. При осмотре сзади смотрятся параллельно. Ступни круглые, кошачьи, с толстыми подушечками. Хвост посажен на уровне линии спины и направлен вверх. Хвост обычно купируют на уровне пятого позвонка. Шерсть двухкомпонентная. Покровная длинная, жесткая и грубая. Подшерсток непромокаемый. Окрас может быть полностью белым или белый с отметинами. Лимонными, коричневыми или барсучьими. Отметины на ушах и на голове. Высота не должна превосходить 31 сантиметров холки. Идеальный вес 9 килограммов для кобелей и 8,2 для сук. Любители этой породы жаждут не только призов, полученных их собаками. Они также любят окружать себя предметами с изображением любимой породы. А владельцы самых различных пород всегда завидовали владельцам скотч-терьеров, ибо эта собака бесспорно является собакой, которую легче всего нарисовать и изобразить в стилизованном виде. Поэтому любители этой породы могут со всех сторон окружить себя вещицами и сувенирами, создатели которых вдохновлялись их любимцами. Нет ни единой вещи, которой не придали бы стилизованную форму скотч-терьера. Но не думайте, что речь идет только о кухонной утвари, непременно ошибетесь. Скотч-терьер вдохновлял даже ювелиров. Любая тщеславная хозяйка скотча и страстная поклонница этой породы собак может похвастаться целой коллекцией драгоценностей в форме терьеров. Выбор необычайно велик. Действительно, нет ни одной собаки в мире, чье изображение тиражировалось бы столь изобильно. Однако, довольно легкомысленных рассуждений, вернемся к собакам и поговорим об их питании. Идеальным кормом для терьера является сухой, сбалансированный, высококачественный корм, без переизбытка белков, так как эти собаки очень подвижны. Для тех, кто ведет сидячий образ жизни, нужно уменьшать порции или же содержание белков, иначе собака начнет толстеть и могут возникнуть проблемы с печенью. Терьеры не заставляют упрашивать себя покушать, поэтому надо внимательно следить за их весом. Щенки, разумеется, требуют специального для своего возраста питания, даже если они предпочитают самое естественное и самое прекрасное питание в мире. Мы можем показать вам этих прекрасных щеночков сирихимов только в садке или же на руках заводчиков. Когда мы снимали сюжет, им еще не были сделаны все нужные прививки, поэтому их нельзя было выпустить на луг. А вот эти скоттики уже привиты и могут свободно скакать, дабы вы могли убедиться, какие это живые и подвижные создания, даже когда они еще терьер-бонсай. Маленькие скоттики такие крохотные, что вполне могут запутаться среди стеблей травы. Они так малы, что даже не достигают размеров карликовой таксы, самой низкой в мире собаки. Зато этот щенок такой упрямец, что такса заманивает его в ловушку. Иди сюда, понюхай. Посмотри, какую я нашла тебе интересную штучку. Ага, будешь знать, как надоедать. Теперь хоть вздохну спокойно. Но он не отступает. Он собирает все свои силы, выкарабкивается и принимается подкрадываться близко-близко к таксе, которой остается только смириться со своей участью. Да, таковы терьеры.
упрямые, своенравные, одновременно ласковые и послушные. Неважно, черные они или белые, они могут быть милейшими усипусиками или же приверженцами истинно британского стиля. У тебя своя частная жизнь, а у меня своя. Терьер всегда терьер. Эта порода никогда ничего не делает наполовину. Их надо очень любить, иначе с этой породой лучше не связываться. Если вы подходите для терьера, обратите внимание вот на ту парочку. Они маленькие, симпатичные, смешные и кажутся совершенно наивными. Но если вы проведете с ними вместе пару часов, вы навсегда влюбитесь в них. И тогда вы никуда не денетесь.